Тем, кто получает пенсии через банки 22 числа, выплата в феврале будет на 2 дня раньше, 20 февраля. Через Почту России пенсии будут доставляться своевременно и в соответствии с графиком работы отделений почтовой связи. Вопросы по доставке пенсии жители области могут задать по телефону своего почтового отделения или по телефону горячей линии Почты России 8 800 2005 38. Также уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте Почта.ру.